со мной произошла такая история. 26 числа я ехала в автобусе в маршруте 4А. Водитель резко затормозил, я упала, кондуктор меня подняла, я присела. Конечно, для меня был шок, для пассажиров тоже. В автобусе находились две молодые девочки, женщина и мужчина. Женщина вышла на путепроводе, а мы дальше продолжали направлять по маршруту. Позвонив мужу, я вышла с автобуса, муж встретил меня, потому что я не могла идти, у меня болела спина. Как бы я пришла домой, все хорошо, на следующий день мне стало плохо. Болела шея и спина. Соответственно, я обратилась в травматологию. Придя на прием в травматологию, доктор меня обрадовал, сказал, что у вас компрессионный перелом, и вам, возможно, нужно лечь в больницу. Соответственно, я в больницу отказалась, так как у меня ребенок, мне не с кем было его оставить. На сегодняшний день я нахожусь на больничном листе. Хотела бы обратить внимание свидетелей, которые ехали со мной в автобусе, чтобы позвонили мне по телефону или дали о себе знать в блокнот.